Синоптики уверяют, столбик термометра покажет минус уже на следующей неделе. Поэтому пора подумать, в чем встречать зиму. В магазине «Планета одежды и обуви» есть все, чтобы обезопасить себя от пронизывающего ветра и холода, и при этом выглядеть стильно. У нас есть и тунички, есть и платья, и костюмы, есть и трикотаж. Есть и ХБ, есть и шелковые, шифоновые блузки, допустим, юбочки есть и удлиненные, и зимние, и короткие. Продавцы-консультанты нам всегда помогут разобраться с размерами и подсказать, кому что более подходит. Нужна зимняя куртка или шуба, мягкий легкий пуховик или дутая куртка, пожалуйста. В ассортименте магазина «Планета одежды и обуви» представлены как классические варианты, так и созданные по последним модным тенденциям. Клетка во всех ее вариациях разукрасила поверхности утепленных пальто. Крупная и мелкая, реализованная в уютных шерстяных тканях. Must-have предстоящего холодного сезона. Маленьких непосед тоже есть чем порадовать. В магазине позаботились о том, чтобы ваш ребенок мог беззаботно играть в снегу, а вы не переживали, что он промокнет и замерзнет. Есть курточки и зимние, и осенние. Для зимы есть комбинезончики, большой ассортимент шапок. Есть ботиночки, есть дутики, есть сапожки. Прислушиваемся к покупателям по просьбе, что они хотят видеть в нашем магазине, пытаемся и стараемся выполнить эту заявку. В мужском отделе тоже есть из чего выбрать. Стильные джемперы и кардиганы для офиса, теплые толстовки для уличного спорта самых разных оттенков. От стандартных черного и белого до бордового, фиолетового, синего. И, конечно, богатый ассортимент верхней одежды. Самой большой популярностью пользуется куртка «Аляска». Можно одеть и как для спорта, и как для офиса, скажем, под пиджак. Удлиненные, хорошие кармашки, капюшон, а пушечки убираются, капюшон отстегивается, легкое, но теплое. Размеры у нас начиная с 46 и до 72. Хочу отметить, что великаны в продаже у нас тоже имеются. В магазине радует не только большой выбор, но и цены. Пару утепленных женских ботинок можно приобрести от 600 рублей. При этом качество будет не хуже, чем у дорогих аналогов. Мужские есть также спортивный стиль. Есть классика и есть войлочные сапожки для пожилого возраста, для гуляния, и есть дутики. Женские есть ботфорты, есть в коже сапоги, есть ботинки и кроссовки для прогулки. Вязаные шерстяные свитеры и юбки, теплые платья, брюки и кофты и, конечно, аксессуары. Шапки, береты, шарфы и снуды, перчатки. Неудивительно, что никто не уходит отсюда без покупок. Новое пополнение зимнего ассортимента будет уже 9 ноября. Не пропустите. Магазин «Планета одежды и обуви», торговый центр Куба, второй этаж.